Когда месяц назад люк обрушился, это стало настоящим испытанием для жителей. Тут же началась череда неприятностей. Машина застряла сразу прям. Ее вытащили. Второй день положили здесь, дверь стояла, кто-то на даче, видно, хотел взять. Закрыли. Потом упал даже крышка туда. В прямой эфир главе города позвонила Ирина Константиновна от лица всех местных жителей. Ее интересовал вопрос, куда можно обратиться, чтобы ускорить решение проблемы. Когда мы дозваниваемся даже в ЖКХ промышленного района, нам говорят, мы не можем найти хозяина этого колодца. А что нам делать? Уже вам больше никуда не надо обращаться. Уже я этот вопрос взял на контроль. Справимся. Вот даже неловко, что люди с такими вопросами обращаются сюда. Люк обрушился из-за интенсивного движения во дворе, комментируют в ЖКХ. Чтобы никто не пострадал, на время решения технических сложностей его закрыли бетонной плитой. Есть определенная процедура бюрократическая по закупке, скажем так, материальных средств. Нужно было продефектовать все необходимые материалы и всю эту работу. Поэтому, в общем-то, были затраты времени. Теперь ходить по своей улице местным жителям уже не так страшно. Темных пятен на карте Самары стало меньше. Евгения Белова, Владислав Манин, ГИС «События».